Книжку в руки и на свежий воздух. Областная детская библиотека открыла сезон летних литературных площадок в сквере на Звездинке. Главные гости, конечно же, маленькие нижегородцы. Помимо знакомства с книжками, литературными героями и писателями, малыши развлекаются и на игровых площадках. Побегали, сыграли в ручеек, самое время блеснуть интеллектуальными знаниями. Кстати, дети, не все, конечно, но большинство оказались весьма читающими. Несмотря на юный возраст, могут назвать как свои любимые книги, так и сказать, зачем вообще нужно читать и дружить с книжкой. Мои любимые книги – Витя Малеев, Том Сойер, Изумрудный город. Здорово повеселились. Ну а скажи, вообще любишь читать? И почему любишь читать? Я люблю читать, потому что ты читаешь, ты что-то начинаешь понимать, тебе интересно читать. Это занятие позволяет узнать больше о мире, о всем остальном. И, конечно же, узнавать русский язык получше. И это при том, что сегодня не так-то просто оторвать ребенка от компьютера, планшета или игровой приставки. Получается, не все потеряно. То, что книгу никогда нельзя выбрасывать из своей жизни, пытается донести до малышей и библиотека. Но цель у нас одна – это привлечение к чтению, это рассказ о чтении, о книге, ну и, конечно, о литературе, литературных героях, потому что сегодня год литературы. Но не потому, что год литературы, конечно, да, а потому что читать нужно, читать важно, и чтение – это путь к успеху. Ребята также сделали и свой подарок городу. Дети нарисовали самую большую поздравительную открытку ко дню рождения Нижнего Новгорода. К слову, литературная площадка в сквере на Звездинке будет работать каждую среду все лето. Поэтому областная детская библиотека ждет своих маленьких гостей на своеобразный праздник еженедельно.